В Самаре стартует новый сезон фестиваля стрит-арта «Форм Арт». Его ключевая тема – сила знания, говорится в телеграм-канале городской администрации. Фестиваль проведут по следующим направлениям. «Мой первый учитель», «Роль наставника», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила», «Современные технологии в образовании». Участие в фестивале могут принять профессиональные стрит-арт-художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте formart.pfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Более 75 тысяч жителей региона уже подали заявление, в том числе онлайн, через интернет-портал и мобильное приложение, на оформление карты жителя Самарской области, сообщают в телеграм-канале Октябрьского района. Только за март банки приняли более 15 тысяч заявлений. Карта жителя Самарской области – это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов. С ее помощью можно оплачивать товары и услуги, получать социальные выплаты, платить за проезд в транспорте. С картой можно копить бонусы и кэшбэки. С 1 апреля подать заявление на оформление карты жителя Самарской области можно в любом офисе МФЦ. В рамках проекта «Содействие» в поселке Береза обустроено любимое общественное пространство местных жителей, информируют в телеграм-канале Красноглинского района. Еще 3 года назад здесь был обычный пустырь, а теперь обновленная территория 4-го квартала сквера Никольский стала местом культурного отдыха, радует жителей и гостей поселка. В ходе реализации проекта «Содействие» выполнены работы по укладке пешеходных дорожек, установлены бордюры, детское игровое оборудование, освещение и лавочки. В преддверии Дня Победы в благоустроенном сквере Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» высадили 15 деревьев. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки выпустил справочник, в котором собрана вся информация о выплатах, льготах и пособиях для семей с детьми и дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Самары. Также в справочнике размещены адреса и телефоны учреждений, в которых можно получить помощь. Ознакомиться с информацией и скачать справочник в электронном виде можно по опубликованной в телеграм-канале ссылке.